2 декабря в Самаре проведут распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении. Информация о наличии свободных мест размещена на портале образовательных услуг. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке, сообщает телеграм-канал городской администрации. Вести с Дворянской. С 1 декабря автобусы маршрутов номер 3 и 13 будут следовать по скорректированному расписанию. Это связано с тем, что с учетом обращений горожан перевозчик добавил еще две машины МАЗ на указанные маршруты. Напомним, что автобус номер 3 следует от остановки Площадь Революции в поселок Шмидта до остановки Речная, а автобус 13 от остановки Губернский рынок в поселок Шмидта до Речной и обратно. Автобусы проследуют по своему обычному маршруту, но скорректированному расписанию. Ознакомиться с ним можно в телеграм-канале Департамента транспорта Самары. Телеграм-канал Ленинского района сообщает, что по адресу Студенческий переулок 2 состоялось выездное совещание сотрудников администрации и главы района Елены Бондаренко с представителями Департамента городского хозяйства и экологии. Ранее поступали обращения жителей по факту разрушения подпорной стенки и асфальтового покрытия с провалом в грунте. По информации Департамента градостроительства, проект на капитальный ремонт подпорной стены проходит экспертизу. После положительного заключения экспертизы подрядчик приступит к выполнению работ. Также нами было направлено обращение в Департамент транспорта на установку дополнительного ограничительного знака на данном участке. Держим вопрос на контроле.